команду, то, может быть, сейчас мы увидим что-то интересное. Хорошая была атака, но они, к сожалению, не пока что передавливают они своих оппонентов. Хороший прессинг. Пас в центр, удар! И в створ не попадает у нас игрок Сейнс. Контратака Сейнс, опять он выходит, один на один, удар и гол, гол. С третьего раза получается момент реализовать. И 1-0 у нас счет в пользу ФК Сейнс. В центр, но Сейнс выбивают. На подборе Феникс, удар! И штанга спасает ФК Сейнс. В центр. Удар, опять вратарь на месте. Третья попытка. Опять штанга. Заколдовали. Отличный пас. Удар, добивание и гол. Гол 2-0 в Кассенс. Момент сейчас ударом завершить. Олд Феникс в атаку. Бегут. И можно в пустые забивать гол. 2-1. 2-1 счет наш. Обостряющий пас пяткой. Ну, не удается там эту атаку сейчас ударом завершить. А вот тут есть удар, но не в створ, к сожалению. Отлично. Атака Феникса. Пас на дальнюю. И первый мяч. Поля. Не знаю, запечатлела ли это камера. Но контратака у Феникса. Пас на дальнюю. Не удается там за мяч. Брат, как будто все высокие игроки. У Сейнс как раз таки в защите. Хороший момент. Удар. И 3-2. Три мяча отыграли Олд Феникс. С 0-2 сделали счет 3. Пас на дальнюю. Грудью в центр скидывает. Хороший проход. Удар. Гол. Какой же там получается бильярдный вдыхает. Пас на дальнюю. И бить. Нет. Побивание играет. И там один на один. Ой. А, не попал он в створ. Какая бы... На подборе в Кассенс. Удар, отличный гол. 4-3 счет нашей встречи становится.